В 6 провинциях Афганистана возобновили работу университеты, куда вновь пускают студенток. Неделю назад в Норвегии прошли переговоры талибов с западными странами. Защиту прав женщин называют одним из условий для разморозки афганских банковских активов. В Талибане заявляют, что в принципе не против образования для женщин, но учиться они должны отдельно. Так в марте должны открыться школы для девочек.